Художники любят старинные города. Да, я больна стариной. Я была в Италии, я была в Ассизи. Да? Ничего. В Ассизи работал Джотто. Джотто был великий итальянский живописец. Я по этой части темный. Здравствуйте! Под вьюгу за окном печалиться давайте, 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 печалиться давайте об этом и о том. Как жалко, вы слышите, как жалко, и безнадежно как заплакали сеньоры, их жены и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И только ты молчала, 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 и головой качала любви печальный в такт, а после говорила: поставьте все сначала, мы все начнем сначала, любимый мой. И так под музыку Вивальди, 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 под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок переливы, под завывание вьюги, условимся друг друга любить, чтобы огромное вам спасибо. Нет, в самом деле мы без вас погибли. Да, признательны. Только можно ли в этом городе починить чемодан, который нам поломали? Ну, Тася. По телеграмме. Граждане, здесь не переговорный пункт. Я давала телеграмму. Минуточку, слушаю. По броне мешков. Заполняйте. Телеграмму получили, помочь не можем, областное совещание, мест нет.